Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Учебник Rainbow English авторов Афанасьева, Баранова, Михеева. Unit 1, часть 1, Step 7, шаг 7, Exercise 6, упражнение 6. Listen to the text and choose a name for it. Послушайте текст и выберите название для него. Сейчас мы будем слушать текст и параллельно следить за этим текстом. In Russia, we have school holidays in spring, in summer, in autumn, and in winter. Our summer holidays are the longest. They usually begin in June and finish in August. School begins in September. Russian school children say that they like their summer holidays very much. Many children spend their holidays in the country. Some boys and girls travel in Russia and abroad with their parents. Russia is a very big country, bigger than many countries in the world. There are a lot of interesting places in it. Last summer, my parents and I traveled to Nizhny Novgorod. Nizhny Novgorod is an old city on the Volga. My sister Kate, our parents and I went to Nizhny Novgorod by train. To travel by train can be as comfortable as to travel by plane or by sea. We liked the city of Nizhny Novgorod, one of the biggest and oldest cities in Russia. We saw the Kremlin with its 13 towers and went to Pokrovskaya Street to buy some presents for our friends. Kate and I enjoyed our holidays. We are going to visit Nizhny Novgorod again next summer and see more of the place. Мы прослушали с вами текст, следили за ним, и давайте его переведем вместе. В России у нас школьные каникулы весной, летом, осенью и зимой. Наши летние каникулы самые длинные. Обычно они начинаются в июне и заканчиваются в августе. Школа начинается в сентябре. Российские школьники говорят, что им нравятся их летние каникулы. Многие дети проводят свои каникулы в стране. Некоторые мальчики и девочки путешествуют по России и за рубежом со своими родителями. Россия очень большая страна, больше, чем многие страны мира. В ней много интересных мест. Прошлым летом мы с родителями поехали в Нижний Новгород. Нижний Новгород – старинный город на Волге. Моя сестра Кейт, наши родители и я отправились в Нижний Новгород на поезде. Путешествовать поездом можно так же удобно, как путешествовать на самолете или по морю. Нам понравился город Нижний Новгород, один из крупнейших и старейших городов России. Мы увидели Кремль с его 13 башнями и отправились на Покровскую, чтобы купить подарки для наших друзей. Мы с Кейт наслаждались нашими каникулами. Мы собираемся посетить Нижний Новгород снова следующим летом и увидеть больше мест. И нам нужно выбрать название для этого текста. И лучше всего подходит «My summer holidays», «Мои летние каникулы» или «Новгород in summer» можно выбрать. Но мне кажется, «My summer holidays» более всего подходит к этому тексту. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы и, может, замечания, то оставляйте их в комментариях к этому видео.